Парни молодцы, выполнили установку тренера, сыграли, была заряженность, было желание огромное победить. И, в принципе, выполняли определенные моменты. В индивидуальном мастерстве превзошли соперника. И в тактических моментах еще будем работать. Все равно парни молодые. Есть к чему стремиться, куда стремиться. Команде соперника спасибо. Посражались. Были моменты, неплохо огрызались и в ноль выходили. Немножко не хватило, наверное, мастерства. Вот. Но как бы хорошая команда, боевая, дружная. Поэтому, ну, болельщиков Бориса вот, порадовали. Так что им спасибо. Двигаемся дальше. Ну, тяжелые игры. Да и в принципе, да, с начала чемпионата у нас такой тяжелый календарный график. Все игры, там, не считая Горняка, да, это лидеры чемпионата, команды с верхней части таблицы. И сейчас очень тяжело нам пока на этом этапе навязывать хорошую борьбу, сопротивление. Получается иногда играть отрезками, и выдаем хорошие там несколько десятков минут, там 5, 10, 15, как сегодня во втором, играли на равных, играли активно, но потом куда-то это пропадает. По вчерашней игре, если судить, да, очень подвела нас дисциплина игровая, очень много удалений, и такая команда, как Борис, конечно, умеет распорядиться этим большинством. Ну и сегодня, опять же, да, забили 2 гола, сыграли в атаке чуть лучше. Хорошие голы, в принципе, рабочие такие. Но, опять же, очень много ошибок в обороне, над которыми сейчас у нас есть небольшая пауза, будем работать.